пятницу сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию против пьянства за рулем. Трезво и по-взрослому отнестись к своей судьбе и судьбам других участников дорожного движения водителей просили школьники, учащиеся 68-й школы. Автолюбителям они раздавали специальные листовки. По мнению инспекторов, такую агитацию водители должны воспринять более лично. Цель – достучаться до автолюбителей и убедить их не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Сейчас эта проблема как никогда актуальна и находится на особом контроле ГИБДД. За три месяца этого года в городе Иваново произошло 8 ДТП с участием нетрезвых водителей. В результате данных происшествий один человек погиб и 9 получили травмы. Из 8 ДТП 4 произошли в марте. То есть, как показывает наша статистика, что именно с наступлением потепления, да, когда наступает так называемый шашлычный сезон, дачный сезон, когда люди едут на природу, увеличивается количество ДТП с участием нетрезвых водителей. Поэтому необходимо профилактировать данные виды правонарушений.